top dog, patrolling the beach. Niggas say they hard as bitch, but they as soft as a peach. Claiming the G of all G's. Please, I come blowing through like the breeze. Sitting on threes, posted, coasting, mashing down Pacific Coast. And the bomb chrome rims. Роберто Карлос на пи. Футбольщик, мальчики походят на качков. Игра в ножички плавно переходит на улицу. Чё сутулишься? Трапеция норм отработал в спарринге с братаном. С довольным лицом, ну и что, что помят малость? Молодость не старость, кулаки подкованы немалым... Лето, солнце, жара, лето, солнце, жара. Танцуй до утра. Лето, солнце, жара, лето... Алло, Лиги же, что делаешь? Да, в зал пошел, тренироваться. Хейтеры надоели. И что ты с ними делаешь обычно? Ну, я думаю, видно. Продемонстрируй. Сейчас продемонстрируй. Когда был молод, мечтал заниматься около футболом. Под воздействием быстрого пороха, залипая под поном на модных форумах типа Бухова. Прочел, что русские должны заниматься спортом. Записался на бокс, хожу в оверласте строго. Около футбольных дел мастер, бухают только по праздникам. Все. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, если правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Здравствуйте, Али. Здравствуйте. Как день? Нормально. Вот с тренировки еду, как бы, занимался душой. Расскажите, как вы добились такого успеха? Ну, это годы тренировок, конечно же. Ну, это все, конечно, борьба с хейтерами. Я их просто пачками отстегиваю так вот, они улетают. Я тут слышал, что некоторые люди говорят, что ваш контент негодный и не годится для Ютуба. Да, я слышал, эти люди, кажется, скоро в больницу отправятся. Ну, не знаю, с переломами, может, с отключением. Это правда, что вы хотите отключить мойку? Мойку? Да. Ну, это будет как бы новый такой контент, серия роликов. Будут юные успешные предприниматели. Я буду рассказывать обо всем там, все дела. Вот так вот. Вы относитесь к одному из представителей легкоатлетического спорта, Егору Кошеве? А, ну, Егор, вот, нормальный парень. Мне кажется, он хороший парень. И мы с ним почти лучшие друзья. Почти. Ну, там с ним особо, не особо общаемся просто. Но вообще нормальный парень, слышишь? Как самочувствие? Все отлично, прекрасно чувствую. После тренировочки. Ничего больше. Ребята, главный совет. Не курите, не шагите, не нюхайте, не кидайте, ничего, все это не надо. Жизнь прекрасна без этого. Скажите, а как вы назвали бы своего первого ребенка? Я бы его назвал Нашамиль. Честно, мне очень нравится это имя. Хорошо, а как вы относитесь к мусульманству? Нормально, я же сам мусульманин. А, ну да, точно. Ты можешь даже взять кого-нибудь не очень знаменитого фитнес-блогера и просто у него полностью копировать контент и... Нет, я буду авторский контент делать. Блин, прикинь, это какая-то большая голова будет. Ужас. Блин, у меня такая. Все, давай. Все, вали из моей хаты.